Дети с большими сумками, у некоторых их даже по две. Впереди у 155 нижнекамских мальчишек и девчонок больше 2 недель насыщенного отдыха. Они отправляются в профильную смену Туханьяк в лагерь «Заря». Настроение хорошее, я дождя не боюсь. Профильную смену Туганьяк запускает раз в сезон. Проводится она каждый год на протяжении 5 последних лет. Организацией и отправкой детей занимаются нижнекамские Мухты-Сибат. Задачами нашей смены является укрепление здоровья, любовь к родине и духовно-нравственное воспитание. Кроме традиционного детского отдыха, а именно игр на свежем воздухе, спортивных состязаний, запланированы тематические мастер-классы, занятия с рассказами об истории родного края, обычаях татарского народа. Это единственная в Татарстане смена с национальным уклоном. Я уже еду не первый раз. Мы все тут друг друга знаем. И скоро мы поедем туда. Меньше чем за час автобус добрался до места. Дети в лагере пробудут до 11 июля. За это время узнают больше о своей республике и укрепят знания татарского языка.